видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 16 из раздела повторения. 325 умножим на 20. При умножении на круглое число мы записываем умножение в столбик, но 0 оставляем справа от числа. 2 умножить на 5 будет 10. Мы пишем 0, 1 запоминаем. 2 на 2 – 4, плюс 1 – это 5. 2 умножить на 3 – это 6. И сносим 0, записанный справа. Получаем ответ – 6500. 112 умножаем на 90. 9 умножить на 2 – это 18. Мы пишем 8, 1 в уме. 9 на 1 – 9, плюс 1 – 10. Пишем 0, 1 в уме. 9 умножаем на 1 – будет 9. И еще 1 – это 10. Ответ – 10080. 148 умножим на 60. 6 на 8 – 48. Мы пишем 8, 4 запоминаем. 6 на 4 – 24. Прибавляем 4 – получаем 28. 8 пишем 2 в уме. 6 умножаем на 1 – будет 6. Прибавляем 2 – будет 8. Сносим 0. Получаем 8880. 154 умножить на 70. 7 на 4 – 28. Пишем 8, 2 в уме. 7 на 5 – 35. Плюс 2 будет 37. Мы пишем 7, а 3 запоминаем. 7 на 1 будет 7. Прибавляем 3 – будет 10. Сносим 0, записанный справа. Ответ – 10780. 470 умножить на 20. 2 умножить на 7 будет 14. Пишем 4, 1 в уме. 2 умножить на 4 будет 8. Прибавляем 1, будет 9. Считаем, сколько нулей у нас было в первом и втором множителе. 2. Записываем их справа от произведения. Получаем ответ 9400. 310 умножить на 30. 3 умножить на 1 будет, а 3 умножить на 3 – 9. Сносим 2 нуля. Ответ 9300. 103 умножить на 80. 8 умножить на 3 – это 24. Мы пишем 4, 2 в уме. 8 умножить на 0 – будет 0. Да еще 2 было в уме. Это записываем под десятками первого множителя. 8 умножить на 1 – будет 8. И сносим 1, 0. Ответ 8240. 165 умножить на 50. 5 умножить на 5 – это 25. Мы пишем 5, а 2 запоминаем. 5 на 6 – это 30. Прибавляем 2, получаем 32. Пишем 2, 3 запоминаем. 5 умножить на 1 – будет 5. Добавляем 3, получаем 8. Сносим 0. Ответ – 8250. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.